господин президент, его превосходительство, меня встретил с желанием и с пожеланием развивать двусторонние отношения. Я надеюсь, буду активным дипломатом, в том числе в качестве посла Румынии здесь, не только дипломатом. Когда я говорю не только дипломатом, я имею в виду, что иногда приходится просто работать довольно-таки долго и упорно для того, чтобы добиться результатов. А в качестве посла я попробую, ну, совместно с моим коллективом, с моими коллегами-дипломатами в посольстве работать по тем вопросам, которые нам предстоит решить. У нас, скажу сразу, нет никаких вопросов проблемных, нет никаких проблематичных вопросов между Румынией и Арменией. Нам только надо найти те точки соприкосновения для того, чтобы обеспечили тот рост, необходим для наших двусторонних отношений. Также могу сказать, что объем товарообмена между нашими странами не совсем утешительный. Просто я не буду называть цифрами сейчас, но я просто должен отметить, что нам надо бороться для того, чтобы добились большего. Говорили о том, что будем стимулировать и продолжать, значит, обмен в области культуры, науки. Говорили о том, что мы будем также вот работать по тем направлениям, которые, может, я уже повторяюсь, которые представляют интерес для жителей Румынии и, соответственно, Армении.